Александра Домогарова-младшего долгое время называли не иначе, как сыном Домогарова. А тем временем ему уже исполнилось 30 лет, и он давно стал самостоятельной творческой единицей, активно снимается и уже дебютировал как режиссер. В марте выходит его первый фильм «Пиковая дама. Зазеркалье». А в планах у Домогарова-младшего довольно необычная картина, он мечтает снять фильм «Катастрофу», основанную на его собственной фобии. «Меня завораживает и пугает молнии, настолько, что я мечтаю снять про молнию фильм «Катастрофу». Однажды мы оказались в горах в Болгарии, вдруг налетели тучи, и молния ударила в землю в километре от нас. Мы были в лесу, а домой надо было бежать через поле, и я несся, понимая, что в любой момент молния может притянуть телефон в кармане или пряжка на ремне. Я бежал, представляя, как она будет бить рядом с моими ногами, пытаясь меня убить. После этого я много прочел про шаровые молнии и выяснил, что они могут влететь в дом через сетку от комаров, растянувшись в ниточку, рассказал Александр. У него есть еще одна фобия – страх высоты. «Безумно боюсь высоты и самолетов. Перед Олимпиадой в Сочи я снимал рекламные ролики с российскими спортсменами. А поскольку половина ребят из нашей сборной по хоккею играет в американских клубах, я много летал по Америке. Повидал Штаты, но из-за аэрофобии решил выпивать перед полетом алкоголь, как лекарство. Моя задача выпить 200 граммов, чтобы вырубиться. В принципе, я не пью, мне не нравится алкоголь ни по эффекту, ни по вкусу. Но иногда стресс бывает такой, что не могу заснуть в полете, даже хлебнув. И не пьянею, что самое печальное. Пьянею, уже приземлившись, признался Домогаров-младший теленеделе.